Этот рецепт обязательно понравится поклонникам нежной разварной курятины и гречневой крупы, о пользе для здоровья которой написаны целые труды. Простой рецепт гречки с голенью в мультиварке – это питательное, но диетическое блюдо, которое еще и поможет вам сэкономить время, ведь готовить будете не вы, а умная машина. Как приготовить гречку с голенями в мультиварке? В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Теперь о составе нашего блюда. Голень куриная, 5-6 штук. Гречневая крупа, 300 грамм. Масло сливочное, 50 грамм. Соль, по вкусу. Пряные травы, по вкусу. Количество порций, 3-4. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Пусть вам сегодня повезет.